Давай распредели сейчас места. Давай ты угадаешь. Чур я первый. Ты первый будешь, возьмешь первое место? Да, да. В втором месте кто приедет из нас? КГТР будет. А третья? Третья... Один, да? Думаю, да. Ну, может, ты четвертая. Перевернешь игру и сейчас такой послушаешь, и сейчас такой, вот ты сукан, вообще друг называется, и такой, сейчас возьмешь и выберешь всех нас, а мы только рады. А нет, зачем мне это? И я настроен на победу. Вы участвуете в вышибале. Начали! Да, я сейчас в вышибале, как ты это понял, может быть, противным голосом. Ой, ну оставьте мне, идиот. Кусы. Идиот кусы. Ой, я беру пятый уровень сразу. Отлично, спасибо. ГТР пишет, к сожалению, я первый буду. Окай. А, хорошо. Ага, все, у нас тут борьба. Так, Russian Акула уже на пятом уровне. Я тоже на пятом. Только жалко, что это не гонки, да? Очень другой режим. Да. ГТР на четверочке. Так, ну у меня не очень хорошая ситуация по сравнению с вами, ребят. Ладно. Ладно, я... Я, наверное, пошутил. Вижу дроп. Ну ладно, не придумывай. Ща. У меня бывали топ-1, когда я просто катаюсь на этом. Мужики, блядь, полчаса, а потом находишь один дроп и побеждаешь. Да, Ягуар второго уровня, например, блядь, вообще золото. Это прикольная точка. Очень прикольная. Точка, да, вообще прикольная. Какая дочка? Точка. Ага. Блин, спасибо, какой чувак сейчас ехал со мной на мосту и не врезался. Меня не помешал мне в гонке. Отодвинулся. Спасибо большое. Бля, в очки. Гонка. Ой, я на купере. Катаюсь просто так. А нет, у меня пятый Rebel, и я еду в гонки. Да это не дерево, это хуйня, нет. Дальше. Спасибо. Это вранье все было. Вранье, это не дерево было. Всегда прям интересно знать, что же у тебя там происходит. Мне не интересно знать, что у тебя происходит. Мне интересно сейчас не просрать. Сейчас я просру или выиграю, и тогда будет интересно, что сейчас происходит. 900 метров, что я выиграл почти. А, ой, трактор. Фу, вонять. Поляры. Шестой уровень сейчас будет. Класс. Вызвал трактор в гонку. А, ты вызвал, я думал, трактор ты взял. Не, у меня Subaru 22B, третья. Класс, вообще класс. Хороший автомобильчик. Бля, у меня около дома стоит Субарик черный, универсал. И поэтому выглядит красиво, конечно. Ну что, Форестер, что ли, нет? По-моему, да. Ну, типа не Форестер, по-моему, это универсал, нет? Ой, этот джип. Ну, он что-то такое среднее, да. Он а да, вроде... там нет, там как будто VRX какой-то. А-а-а. Маленькое что-то. Бля, это развернуло. Выглядит прям вообще. Развернуло. Я удивлюсь сейчас, если трактор проедет хорошо, так нет, не проедет. Услышал, у нее звук, конечно, это вообще жесть. Очень злой. Так. Блядь, не вижу финиш. Вот, из лесов выехался. Бля, поля, леса вообще. Поля, леса. Ты опять по полям. Поля, леса. Да, я только до трех, до четверки. Я только до четверки успел добраться. Все. Да, как начнешь, так и закончишь. Конечно, да, это вот да. Бля, вот Volkswagen Club. Замечательно. Ты что, проиграл? Не. Пока нормально, но вы как пободрее там играете. Мы бодрые просто, ребята. Бодрые. Да ёбаные деревья, блядь. Так, дроп чек. Дроп проехал.
Сейчас посмотрим, какой он дроп проехал. Я удивлюсь, если там 7-й или 6-й. А, тут забрали дроп. Да, ну зачем это делать, бля, нет. Все. На теплоходе музыку больше не играют. А, нет, играет, все, он врезался в дерево. Блять, просто два дерева стоял, он поврезался случайно. А это за дроп? Интересненько, интересненько, посмотрим. В общем, у меня уже сейчас 7-й будет, а 4-й гольф. Так, так, так. А, вепрь, все, до свидания, всем пока. Всем пока. В смысле ты? У меня игра началась. Ты где его, ёпты, нашел? Забивал, Серег, да я троих уже обошел. А, ты вепрь... А, я понял. Я понял, бля, подумал, ты в дропе его нашел. Нет. Вот я и удивился. Блять, ёбаный горшиш, блять, что за хуйня? Там-там-там-там, так. Евгений, привет. Пятерки, не, наверное, сегодня не будет. Сегодня у нас такой предновогодний, зимний стрим. Ебать, я крыса сейчас был. Ты видел это? Да, прикольно вообще. Да, жалко, я не снимал, Серега. Это было сейчас очень круто. Блин. Феррари FF я беру. Да хера вы там, ну, ребятки, ну, подожди. Серега, меня сейчас обгонял гольф, чтобы ты понимал, на вепре. Вепре обгонял гольф, представляешь? И в конце я прям повезло, что я прям, не знаю, сантиметр оставался, чтобы его догнать. Я догнал, случайно толкнул его в бок, он почему-то улетел по физике, не знаю, каким образом. Но было прикольно. Выглядело круто. Прикольно. Так, а я бы хотел такси. У меня дела очень плохие пока. Плохие? Да. Или неплохие для плохие? Очень плохие. И для плохие, и не для плохие. Ты специально такие фразы говоришь, которые я как-то с трудом выговариваю, да? Да. Спасибо. Я готовлюсь перед стримом, придумываю фразы, записываю. У меня доска здесь висит, и я потом говорю эти фразы. И зачеркиваешь, через да, типа... Да-да-да, типа... Выполнено. Черный список такой, или список просто. Список Уджина. Да, я понял. Фильм такой скоро выйдет. Бля, Nissan GTR, спасибо тебе большое, что ты отказался. GTR тоже в Феррари взял. Уджин взял Nissan GTR. Что происходит? Что? Что? Что у нас там? Так, здесь у нас Subaru RX есть. И слева два дропа сразу стоят одинаково вместе, я почему так? Так, ну я чуть-чуть в игре. Я чуть-чуть в игре. Я по классике вообще ни хера ничего по шибали не делаю. 8-й уровень нашел. Зашибись. А, нашел 8-й уровень? Да. Да я одного человека выбил. Какой 8-й уровень? Ты чё, о чём? Я сейчас нахожусь вообще в своей, бля, думал, десятка будет. Так. Toyota Supra 4-й, нет. Он из по зоне. Ага, а зон ты куда? Понял. Наверное, я понял, что будет происходить дальше. Есть у меня, конечно, толика сомнений. ГТР всех выбивает, там вообще... 9-й БМВ. Интересно, конечно. Тадор там кто-то взял. Вперёк, выбивай кого-нибудь, хватит смотреть на чужие машины. Тебе надо повышать срочно. Но ГТР возьмет топ-1, как он сказал. Ну, мой ГТР, я же ГТР взял. Говорю, выбивай дальше. Ну так как я тогда на ГТРе возьму топ-1? Не обязательно ГТРе возьму топ-1.
Горе четвертый. Вот я пытаюсь найти этого человечка. Да где все? Где? Зона маленькая уже. У меня ни одной метки на карте. Я тут не знаю, где финиш. Я тут вообще мало чего понимаю. Так, ну ладно. Пам-пам-пам-пам, па-пара-пара-па-пам. Та-та-рам-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Так, седьмой Порш. Вот седьмой Порш это еще лучше, чем четвертый уровень, так тут нашел. Бля, меня выбили. Бля, вижу. Кровавый ангел. Так, Порш Каен, Порш Каен нашел я. Ну я что-то, я вообще подумал, что сейчас получится выиграть. Ну ладно, какая разница, попробовал плохо вообще. Страшно. Зато велспин подарили. Я все равно на этой машине бы его топ-1 не взял точно. Надо было рисковать. Седьмой Порш убиваю, наверное. Да, должен убивать. Его Порш не едет, не едет, не едет, не едет. Блять, заносит на снегу. Снеговик ебаный, блять, зарулись. Занозы. Блять, дом. Меня выбивают? Меня выбивают. Ну ёб твою мать. Во позор, да? Ну и позор, конечно, Серёг. Вообще не ожидал у тебя такого позора. Там остался, ну, значит, ГТР, Один и чувак, который меня выбил. ГТР возьмет топ-2, Один топ-1. Все, больше никто не остался. Ну, ребятки, доигрывайте там. Доигрывайте. Да. Бля, что же вот так повело этот ГТР? Вот это вот то, что машина идет, это, конечно. Эпичность. Да, да. Так, что, в 26 минут успеем? Ребятки там пока играют с вами. Вышибальщик, да. Не, ну сейчас-то должны затащить, сейчас-то мы как затащим. Всем раздадим вышибального леща. Я вообще не понял, почему у меня машина так поехала. Ну ладно, значит так надо. О, честь мой. Да, пожалуйста. Сколько народу смотрит стрим? 9. Хорошо. Этого хочется сказать, но я не буду. Слишком мало народу. А что ты хотел сказать? Ничего. Мало народу. Да? Это что там на массовые, да, мероприятия какие-то рассчитаны? Да не, я хотел сказать, что мало народу. Ребят, что-то мало народу. Маловато. Да сейчас все носятся за подарками, наверное. Покупают пятые форды, ой, форсы. Форсы. Air Force. Да. Пятый Air Force. Air Forza. Air Drops. AirPods. Air Horizon Force. Так, может быть сейчас в этой сессии повезет. Можно я тебе рассказывал, что можно здесь этим коптером нарисовать на песке? Так. Да. Можете написать Вуджин, сделать обложку такую прикольную. Для следующего стрима, например. Ну, Вуджин как-то банально. А вот хуй на песке квадрокоптером написать самое то. Можно. Можно. Напомнил опять серию черепахи. Настя вспомнил прям. Гараж, давай стрим по Форзе тебе уходит, пишет. Ну, подарите мне компьютер, я сделаю стрим по Форзе. Я не могу, только могу Twitch. На Твиче никого нету. Так-то там были стримы по Форзе. У меня нет компа. И нету этой.
Слушай, смотри,